фамилия моя Серебренников, звать Петр. Вот. Отец мой, Яков Федорович, играл вот на таких дудочках. Но, конечно, он красивший играет, он подгорный выговаривает. Я попросил его, вот ездил специально перед этим конкурсом, туда в Куличук. Вот. Вернулся вот на 3 года назад. Я говорю, папа, ну, пожалуйста. Он говорит, да возраста у меня 94 года. У меня, говорит, легкие это уже не те. И у меня, говорит, так не получится. Я говорю, ну как получится? Я говорю, сыграй. Вот специально ходил, значит. У него-то не было. Это дедов? Уже. Нет, это я нашел специально. Ага. Вот. Ну и сделал. Потом он взял, поиграл. Говорит, нет, не так, не годится. И меня застрогал. По-своему сделал. То есть он все сам сделал, он да? Сам то все есть сделал. Вот одна дырочка. Он сам все и сделал. Все. И регулятор а, здесь. Да, ну, да, я да, помню, да. Когда вот мы к нему ездили, да, вот да, он да. Так нам показывал. Мы так и не поняли. Но он красиво играет. Мне, то есть мне сильно нравится. Перепонка, перепонки здесь нет. Нет, ничего нет. Ничего то есть сразу нет, же ничего. Находится этот корень такой. Я опоздал. Мне надо было их осенью в прошлом году заготовить. Они как так. Называются? А вот не знаю как. Или дидо. Он говорил дидо. Наверное. Я не знаю, они сплошные, вот, большие вырастают. Ну, сыграйте, сыграйте еще, чуть-чуть прям, прям чуть-чуть. То есть голосом или как?